وقتی یک انسان است پدر و مادر مسلمان تولد شده باشه когда человек рождается в обществе от родителей мусульман вырастает в мусульманском обществе и уже с детства, потом в школе, знакомится с религиозными делами, изучает основы религии, особенно в условиях Афганистана, где религия играет для человека такую важную роль и живет среди истово верующего народа, он обязательно проникается глубокой верой и считает своей обязанностью, как хорошего мусульманина, выполнять все требования ислама, следовать всем религиозным установлениям, почитать Коран в качестве священной книги и следовать ему как религиозному исламскому закону, подчиняться шариату, соблюдать предписание пророка Мухаммеда. Для меня, как и для всякого мусульманина, особое значение имеет число 5, то есть 5 основ мусульманства. Это калима, намаз, даже мои дети их хорошо знают. А калима, намаз, закат, руза, хадж. Скажите, а вам удается посещать мечеть всегда, как это рекомендует Коран? Или вы пропускаете? Всегда. Я стараюсь не пропускать. Суеверны ли вы? Есть ли для вас какие-то роковые числа? Нет, в это я не верю. Не верю. А когда-нибудь вы чувствуете себя одиноким, даже находясь в толпе среди людей? Честное слово, когда я нахожусь в городе, я никогда не испытываю подобного чувства. Я человек общительный. Меня никогда физически не охватывает подобное чувство. Я никогда не скучаю. И я даже никогда не задумывался об этом. Смешно. Скажите, часто ли вы принимаете решения лично? Вы решительный человек? Как вы себя ощущаете? Если бы я проявил колебания во время принятия некоторых решений, когда события развивались, я бы сказал, зигзагообразным, особенно в последние 2 года, после того, как из нашей страны ушел Советский Союз. Что бы мы сейчас имели? Я расскажу вам одну историю. Ставка действовала. Враг — это, конечно, объединенные силы оппозиции, пакистанские милиши, регулярные войска Пакистана, были даже отряды наемников, например, арабские ваххабиты. Они все сообща наступали на Джалалабад 6 марта. В ставке был поставлен вопрос о посылке сил в Джалалабад. Я принял решение о посылке войск. Решение о том, что туда должны быть отправлены все силы Кабульского гарнизона. Все члены ставки выразили несогласие с таким решением. Они говорили, что это вражеская тактика, что я хочу оголить Кабул, и что туда, в Джалалабад, надо послать всего колонну войск. Я решительно возражал, считая, что если мы не отстоим Джалалабад, не будет и Кабула. Сама жизнь подсказала, что решение было принято правильное. Как вы понимаете, быть президентом Афганистана? Что вы вкладываете в это понятие? По-моему, это очень высокий ответственный пост. Сложные и напряженные исторические обстановки. Я взял на себя миссию служения народу, что считаю для себя большой честью. Для меня выполнение этих обязанностей очень интересно. Самый крупный период. Какой он был? Я не говорю о том, что предстоит. Я думаю, что внешне трудных моментов бывает немало у деятельного человека, который много трудится. Трудность заключается в ином. Когда вы видите человека, погруженного
в горе и печали. В одиночку пытающегося отыскать пути избавления от них. Но ему недоступны средства и возможности. Вот тогда действительно страдаете. Таких моментов было и есть много. В частности, наш народ устал от войны, которая длится на земле Афганистана вот уже 12 лет. Он жаждет мира, и я прилагаю все усилия к тому, чтобы он мог жить под сенью мира в спокойной обстановке. Когда мы были с вами на хлебокомбинате, я спросил у людей, чего вы хотите? И все они ответили в один голос. Хотим, чтобы прекратилась война и был установлен мир. Вот в такие моменты сердце человека испытывает боль. В такие моменты бывает трудно человеку, который занимает высокий пост и на котором лежит ответственность. Что еще нужно сделать, чтобы осуществилась мечта народа? Вот что не дает покоя. Чем были для вас последние два года после того, как ушли советские войска? Как для вас, как пережили вы, так сказать, вот этот последний этап? Катаат и Шурави Мирев, Баддурус, Бадезрафтен и Катаат, Майя Кмузахир. После того, как Советский Союз вывел свой ограниченный контингент, в нашей стране состоялась известная демонстрация. Я принимал в ней участие еще в военной форме, и во время этого марша обратился с речью ко всем своим соотечественникам, разъяснив этот вопрос. И режим, и Народно-демократическая партия Афганистана, в то время наша партия называлась так, должны свою правду подтвердить на полях сражений. Должны приложить все усилия для осуществления своей реалистической политики, главной целью которой является обеспечение мира, удовлетворение потребностей и осуществление чаяний нашего народа. Я надеюсь, что за прошедшие два года, работая в этом направлении, мы, к счастью, получили результаты. Часто ли вы принимаете свои решения в зависимости от решений Москвы? И часто ли вы консультируетесь с Москвой? Так ли это на самом деле, как пишут об этом? Ну, скажем, когда вы последний раз разговаривали с Горбачевым? Несомненно, по многим международным проблемам, в частности, по вопросу о мирном решении политическими средствами проблемы Афганистана, между нашими государствами существует взаимопонимание. Время от времени происходит обмен мнениями и по другим международным вопросам. Что же касается внутренних дел Афганистана, то здесь и республиканское правительство, и все его органы, и партия ВАТАН, ее аппараты, все организации действуют полностью самостоятельно во всех административных единицах, как в центре, так и на местах. Предпринимаются шаги в соответствии с особенностями афганского общества, условиями его жизни и полностью ответственны за решение всех проблем и преодоление всех трудностей, самостоятельно принимая решения по всему комплексу проблем. Что касается моих переговоров с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, я должен отметить, что они имеют регулярный характер. Мы и лично встречаемся, и разговариваем по телефону. Иногда обмениваемся письмами. Совсем недавно состоялся обмен посланиями между мной и Михаилом Сергеевичем Горбачевым, а также другими руководителями Советского Союза по вопросу событий в зоне Персидского залива, решению политическими средствами проблем вокруг Афганистана. В том числе можно
упомянуть краткие послания по случаю замечательной даты, 28 февраля, 72-й годовщины дружбы между народами Советского Союза и Афганистана. Можно сказать, что контакты осуществляются живо и в различных формах. Если взять несколько политических моделей партий, к чему вы ближе? Чему вы отдаете предпочтение? Скажем, социал-демократической модели, коммунистической, скажем, консерваторам, либералам. Вот к чему вы ближе по духу, по своей политической направленности? Если ответить честно на ваш вопрос, у меня нет склонности ни к одной из названных моделей. Моделью для меня является наше общество со всеми его особенностями, объективными условиями его существования, в том числе специфические свойства, порожденные его историей, национальным духом, традициями. Конечно, мы используем международный и мировой опыт. Однако, когда речь идет о выработке и проведении политики, о роли нашего государства, то определяющую роль играют национальные особенности нашего общества, нашего народа, а не какие-то внешние факторы. Доктор, как вы себя ощущаете, профессиональным политиком или профессиональным революционером? Все эти определения сейчас стали относительными. Начало революционности не имеет точной даты в прошлом. Я думаю, что политика тоже неоднородное дело. Я предлагаю вам опереться на известное высказывание. Давайте следовать тому, что доказало свою правоту. Вот это и есть самая лучшая политика. Удастся ли вам в обозримом будущем социально защитить неимущих? Я могу сказать вам откровенно. Если прекратится извне вмешательство в нашу страну, и нашему народу будет предоставлено право самому определить свою судьбу, мы поставим вопрос о проведении всеобщих выборов, и наш бюджет, наши финансовые расходы, которые сейчас идут на продолжение войны, на военные нужды, будут направлены на мирные нужды в экономической и социальной области, будут поставлены на службу всего народа, использоваться в общих интересах. Тогда очень быстро мы добьемся заметного повышения уровня жизни. В этом я абсолютно уверен. И вопрос очень важный для меня, и я думаю, что для всех, это вопрос о демократических выборах, о свободных выборах в Афганистане. Возможно ли они вот в нынешнем израненном, разделенном Афганистане, станут ли они всеобщими, даже благодаря усилиям и Организации Объединенных Наций? Почему нет? В своем проекте установления мира в нашей стране и в разработанном механизме его осуществления мы придаем выдающуюся роль этому вопросу. Республиканское правительство готово внести свой вклад в проведение всеобщих выборов при участии других политических сил под наблюдением и контролем со стороны ООН. В соответствии с этим механизмом мы согласились на введение переходного периода. Во время него в Афганистане может быть создана временная администрация из представителей всех политических сил страны, которая изыграет свою роль в организации всеобщих выборов в Афганистане. Скажите, а вот муниципальные выборы, вы не боитесь проиграть на них? Нет, я уверен, что мы победим на этих выборах, на всех выборах. Как вы относитесь к предложению проведения всеобщих свободных выборов в Афганистане? Кто может победить на них? Если выборы состоятся, победит Наджиб и его партия. تعداد اکثریت مردم رویش پای ممتنی دارند.
Все население Афганистана хочет, чтобы в стране наступил мир. И молодой, и старый. Мир должен быть достигнут мирным путем. На свободных демократических выборах победит достойнейший и сильнейший. Мнение всего народа, пусть они спокойно сядут и выберут. Народ согласен на выборы. Мы хотим, чтобы жизнь вновь возвратилась в нашу страну. Выборы — это очень хорошо, но тут главное, чтобы они состоялись, чтобы все пришли на выборы. Народ за выборы, за окончание войны — это хороший путь. Весь Афганистан не хочет войны и стремится к миру. Во время войны гремят взрывы мин, ракет. Мы не можем работать. Мы рады, если будут проведены выборы. Мир должен прийти как можно скорее. Скажите, потому-то наши противники не соглашаются на выборы и не прекращают войны. Если бы они были уверены в своей победе, то тут же согласились на них. Если бы они в самом начале пошли на выборы, до ухода из нашей страны советских войск, у них была бы гипотетическая возможность победы на выборах. Однако, хотя миновало уже 2 года, они так и остались в Пакистане. Они потеряли свой национальный, свой афганский характер и стали орудием в руках чужеземцев. И поэтому сейчас народ Афганистана будет судить о них совсем по-другому. То есть вы очень окрепли за эти 2 года? Я думаю, так. А вы знаете, что советскому посольству вот во время ухода советских войск была отдана дипломатическим сотрудникам установка продержаться хотя бы 3 месяца. А в действительности они остались живыми не только через 3 месяца, но во много раз больше. Мы сняли несколько зарубежных посольств, которые закрыты. Американское посольство, английское посольство. И вот вы знаете, прошло 2 года, и начали возвращаться посольства. Вернулись французы. Итальянцы. И вот итальянцы. Скажите, вы внутренне торжествуете, что они вернулись? Совершенно недооценивался факт существования нашего режима. Недооценивались наши вооруженные силы, политическая сила нашей партии и наших политических союзников. Расчеты в этой области были неправильными. И как результат этого, неправильный вывод о скором падении режима. Это одна сторона проблемы. А другая сторона в том, что это обстоятельство было использовано в качестве формы борьбы и политического нажима. В качестве действенного политического пропагандистского орудия с целью уничтожения этого режима. И поскольку в течение 2 лет они так ничего и не добились, то вынуждены считаться с фактами, смириться с тем, что случилось. Конечно, это радует нас. Человека, который вынуждает противную сторону признать реальные факты, действительность, это радует. Может быть, несколько слов о ваших политических противниках, о тех, даже, с которыми вы учились. Они были, может быть, не все зрители знают, что политические противники доктора Наджибулы учились с ним вместе в Кабульском университете. Я думаю, когда мы в один и тот же период учились в университете и были знакомы друг с другом, они хорошо знали особенности моего характера.
Поэтому, знаете, по формуле превращения, как бы громко ни звучали их голоса, что якобы они согласны на мир, хотят решить проблемы Афганистана таким или другим путем, они, безусловно, не станут Наджибом. Они останутся перевертышами. Я думаю, что уже тогда в университете перевес был на моей стороне. Ну, вы очень рано начали заниматься политической деятельностью. Уже в 17 лет. Сразу же, когда я поступил в университет, я познакомился с политикой. В то время развернулось студенческое движение, которое охватило всех студентов, все учебные заведения. Тогда я и познакомился с политическими доктринами и проблемами. Господи, вот так, все-таки поступая на медицинский факультет, вы себя уже чувствовали больше политиком, чем врачом. Уже в то время я встретился с одним из наших прогрессивных политиков. В разговоре со мной он спросил: кем ты хочешь стать? Врачом какой специальности? Я ответил: хочу стать хирургом. Он спросил: сколько человек думаешь ты вылечить в течение всей своей жизни, используя самые современные методы лечения? Наверное, человек 100-200, ответил я. Тогда он задал мне такой вопрос: а не хотел бы ты стать таким хирургом, который все общество подвергнет операции, и благодаря этой хирургической операции жизнь не 100 или 200 человек, а тысяч и миллионов людей повернется к лучшему? И я согласился с ним. Да, такая хирургия лучше, чем та, обычная. Вы как себя ощущаете? Гражданским человеком? Да, я чувствую себя исключительно гражданским лицом. Хотя мы и находимся в состоянии войны. Ведь состояние войны не может быть бесконечным. И поэтому мы должны в максимальной степени готовить себя к условиям мира. Это, может быть, вопрос такой из внутреннего состояния души. Помните, в Римский сенат, кажется, входили, принимались люди после 50 лет. Вы стали руководителем страны, президентом значительно раньше. Интересно, вам возраст не мешал? Вы не чувствовали, что вы вот такой молодой все-таки человек и руководитель страной? По исламу Мухаммед стал пророком в 40 лет, и он достойно справился со своей миссией. Мне кажется, что к 40-летнему возрасту человек уже бывает зрелым, чтобы хорошо выполнять свои обязанности. По моему мнению, 40-летний возраст — это начало молодости в преклонном возрасте. В империи здесь на 10 лет срок сдвинут. Я как-то на днях взял альбом с фотографиями у себя дома и посмотрел его. Я увидел свою фотографию 3-летней давности. Ни в волосах, ни в усах у меня не было ни единого седого волоса. Главное, чтобы сердце было молодым. Доктор, что для вас означает семья? Временами ощущаешь себя очень уязвимым. И кажется, что ты в семье как в обволакивающей теплой ванне, и ты в ней расслабляешься. Когда у меня в городе бывает много работы, то, придя домой, чувствуешь себя в своей семье так, словно рыба в воде, и усталость проходит. Я набираюсь новых сил. Семья для меня — это источник новой энергии. Сколько времени вам удается урвать, я применяю такой вывод, для общения с детьми? Сколько? Мало. Мало, очень мало.
Они критикуют меня за то, что я уделяю им мало времени. Скажите, а вы беседуете с женой о политике? Да, много. Да. Да? Да. Почему я не понимаю? Гэп мизани? Даже по сиасет? Да, так. Да? А вы успеваете что-то читать, доктор? Художественную литературу? Да, если иногда представляется возможность, я читаю стихи, иногда романы, но главным образом я читаю историческую литературу. А какую последнюю книгу вы прочли? Название книги «Афганистан на пути истории». Честно говоря, я читал ее ранее, а сейчас перечитал заново. Все-таки это специальная литература. Вы как-то разгружаете себя художественной. И есть ли у вас какие-то западные писатели, которых вы любите? В свое время, в дни своей молодости, я интересовался прогрессивной литературой и революционной культурой. Но сейчас, к сожалению, у меня совсем не остается времени, чтобы серьезно читать такую литературу. Я хотел спросить у вас, кого из экономистов Запада, ученых-экономистов, вы почитаете? То есть не читаете, а вот почитаете, уважаете. Кому вы обращаетесь иногда? Если сказать откровенно, это экономисты-классики. Конечно, я читал в свое время некоторые их произведения, которые заложили основу. Это была, так сказать, прогрессивная экономика, как составная часть прогрессивной науки. Однако на ваш вопрос отвечу так. Хотя в экономике капитализма и Запада имеются свои специфические особенности, которые человек должен принять во внимание, в частности, проблемы рыночной экономики. Однако, я думаю, что, несмотря на последний довод, эта экономика не может решить комплексно все проблемы общества. Надо вести поиск. Как в формулах экономики социализма есть вещи, которые следовало бы позаимствовать, так и в формулах капиталистической экономики. Таким путем может быть синтезировано логическое соединение, создан удачный сплав, который поставит экономику на службу общества и человека. А если перебросить сейчас мостик на немножечко на другую тему, всех очень беспокоят конфронтационные процессы, которые происходят сейчас в Советском Союзе. Конфронтация партий, конфронтация движений, конфронтация лидеров. Вы скажите, влияет ли все это и на ситуацию в Афганистане? Я полагаю, с того времени, когда у вас был поставлен вопрос о перестройке и открыт путь для новой политики, нового мышления, несомненно, по всем параметрам общества, начиная с политики до экономики и социальной сферы, должны произойти всесторонние перемены. Старое отступило, и новое занимает его место. Но до тех пор, пока идет этот процесс, то есть пока новое вытесняет старое, имеет место переходный этап. В этот переходный этап новая, противоположная прошлому специфика,
естественным образом рождается на свет в борьбе, конфликтах, конфронтации. Хотя нельзя проводить аналогию между общественными формулами и физическими, однако вы, возможно, помните со школьной скамьи, что когда вы наполняете бутылку газом, все его молекулы придут в столкновение друг с другом и со стенами сосуда, но равновесие установится. Правильно? Я уверен, что после всех этих неурядиц и распри в обществе вновь воцарятся стабильность, прочность и, наконец, старые явления прочно сменятся новыми. Я не считаю все эти проблемы взрывоопасными. Я думаю, все это проблемы роста и развития. Но и проблемы роста и развития тоже должны быть точно и правильно организованы. Должны верно направляться, чтобы они могли дать положительные результаты. Вне всякого сомнения, при тех отношениях, которые Афганистан поддерживает с Советским Союзом, все те события, что происходят в вашей стране, оказывают влияние на афганское общество, как на соседа. Но я должен выразить со всей откровенностью благодарность и признательность Советскому Союзу и его руководству. Несмотря на то, что сейчас он сам столкнулся со многими трудностями в различных областях своей жизни, однако до настоящего времени мы не почувствовали ни малейшего дефицита дружбы, взаимовыгодного плодотворного сотрудничества, добрососедства, обоюдной симпатии. Мы их ощущаем в той же степени, как и в прошлом. Я хочу надеяться, что мир увидит, как советское общество, осуществив свою программу, выйдет из всех испытаний с высоко поднятой головой. Скажите, вот мы участвуем в строительстве общеевропейского дома. Но думается, что общеазиатский дом еще более далек от совершенства, чем общеевропейский. Ну вот что вы, житель и строитель общеазиатского дома, могли бы посоветовать? Что не учитывает сегодня респектабельный западный менталитет? Конечно, те формулы, которые используются сейчас в Европе для строительства общеевропейского дома, не могут полностью удовлетворить. Недостаточно для строительства общеазиатского дома. Существует идеал, светлый идеал, но для достижения его в Азии и на Востоке должен быть пройден долгий и очень сложный путь. Однако это не значит, что раз путь трудный, мы не пойдем в этом направлении. Как вы, наверное, читали, недавно мы, отмечая 4-ю годовщину провозглашения политики национального примирения со всеми странами своего региона, Юго-Запад Азии, выдвинули несколько новых формул. В чем они заключаются? В связи с тем, что военно-политическая стратегия потеряла свою актуальность, необходимо разработать вместо нее политико-экономическую стратегию. Отказаться от военного противостояния и конфронтации. Прекратить вражду и установить взаимное сотрудничество. Мы предлагаем перейти к сотрудничеству в сфере экономики, торговли, культуры и других областях. Мы считаем, что в этой области, по этой проблеме, наш голос прозвучал первым, и мы ожидаем, что получим разумный ответ и ответственный разумный отклик со стороны других стран региона, особенно Пакистана. Ведь именно к нему мы обращались главным образом.
Если мы сможем создать такую атмосферу в своем регионе, которая будет очищена от напряженности, и вместо этого в нем развернется разностороннее сотрудничество, именно тогда мы сможем сделать первые шаги по пути к нашему светлому идеалу построения общеазиатского дома. Скажите, сегодня можно говорить о конверсии политических отношений? Вот как вы смотрите на такую формулу в азиатском регионе? Мы не только надеемся на такую конверсию, но и должны бороться за нее, прилагая все усилия в этом направлении. Что вот сейчас, кроме истинных вот этих проблем войны и мира, что беспокоит вас, что вы увидели новыми глазами за последние 3 года? Наша страна с точки зрения населения почти столкнулась с действительным разделом. Афганцы рассеяны. Для меня очень важным является достижение мира, ибо это основное условие для того, чтобы афганский народ снова стал единым целым и восстановилось национальное согласие. Национальное единство – это важнейшая проблема, мучащая, беспокоящая меня. Следующая важная проблема – проблема восстановления и развития Афганистана. Если народ объединится, он сможет быстро выполнить любые задачи.